Пасевич, да, будет слонять. Да, все-таки прямой удар мимо ворот. Остается у футболиста Артемана. Сучков. Пасевич, опасно. Выход 1-1. Удар. То Евгений Иваненко вряд ли бы выручил свою команду. Свистит. Указан на штрафной. В чью пользу. Навес. Опасно. Гол. Забивает Гомель. Джозеф Окера общается. Поздравляем Гомель с забитым мячом. Отличная разгровочка. Гомель выигрывал изредка в 2014 году. Опасно! Забивает Неман, к сожалению. Скорее всего, что было какое-то либо нарушение атаки, либо офсайд. Не закидывает гол. Иваненко все-таки и закончится. То Неман остается на 7-й, а Гомель уже вернулся на 9-ю. Опасно! Пасевич. Привал. Копытич пытался замыкать. Продолжает битву между Денисенко и Пасевичем. Роман отдает пас. Копытич пробивает. Иваненко надежно играет. Пытается Петр создать что-то опасное. Царенко отдает на Шевченко. Снова Царенко с мячом. Неплохой пас. Залетает в дальний угол ворот Кирилла Видегира, но мяч предать. Были опасные атаки у той или иной, у той другой команды. Гомель. Одну из них завершил гол. Неман тоже, но родницам гол этот не засчитали. Рефери Вадим Янковский назначает штрафной. Да нет, это даже не штрафной, а пенальти. И как за... Видимо, кто сыграл рукой, либо удаление у Гомеля исполняет пенальти. Разбег. Удар. Евгений Иваненко не выручает свою команду. Хроницкий Неман. И каждый раз победителем этой дуэли выходит разный игрок. То есть какого-то явного преимущества среди них нет. Сгурский неплохо. Один против троих. Конищик. Отличный пас на Пасевича. Роман будет снова пытаться обыграть Шевченко. Вешивает Денисенко. Переводит мяч на угловой. Замена в составе Гомеля. Иса покидает поле. Место по прошедшему времени с начала второго тайма. Немана. К сожалению, для всех болельщиков Гронинского Немана не получается. Ну вот, сказал, что не получается. И все-таки Неман сделал опасный момент. Анасьев. Пирочков. Может опасно получиться. Неплохой удар. Это даже может не удар. Афанасьев. Царенко. Ошибается Никита. Опасно Копытича. Опасно. Разыгрывает угловые Гродненцы. Продолжает атаку. Адеола. Неплохо. Я думаю, что успеет Адеола за этим мячом. Да, успевает. Отлично переводит на Петрачкова. Петрачков. К сожалению, из Минска. Встретятся они с футбольным клубом Минск. А Гомель отправится в гости к Минскому Динамо. Опасно. Опасно плевал. Очень кстати. Гомель играет практически двух игроков. Опасно. Пада Копытича. Удар. Полетел прямой ногой своего соперника, но
и второй раз так и неплохо добрал. Можно отдать Сгурски, опасно! Пётр! И Сгурский практически уходил на один на один, но защитники Немана все-таки успели успеть за игроком. Топытича, опасно! Да, фол. Навес. Наумович. Опасно, опасно, опасно. Играет Алекс Гомеля. Сгурский. Даренко. Пытается пробить. Угловой. Неплох. Навес. О, опасно. Чуть не прямым ударом с углового.